продолжается весенний призыв в армию. По уже сложившейся традиции для новобранцев была проведена районная акция «День призывника». Организаторами мероприятия выступило Управление по делам молодежи Славянского района совместно с Центром патриотического воспитания имени Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева. День призывника прошел в торжественной и праздничной атмосфере. Почетные гости, среди которых были глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко, начальник отдела призыва Славянского военного комиссариата Сергей Дьяченко, представители юнормейского движения, сказали ребятам много напутственных слов. Главный смысл пожеланий – с честью выполнить свой воинский долг. Есть такая профессия – родину защищать. И каждый мужчина, каждый молодой человек должен быть готов защитить свою семью, свою малую родину и нашу Россию. Вам предстоит сегодня служить в вооруженных силах. Я уверен, что вы готовы. Вы имеете хорошую физическую подготовку, дисциплину, знание военного дела. Поэтому я вам хочу пожелать всего самого доброго. Хотел бы, чтобы вы стали еще крепче, еще более патриотичнее, потому что в наше нелегкое время нам нужно быть все вместе, нужно быть сильными и нужно помогать друг другу. Чтобы служба в армии началась с хороших впечатлений, призывникам вручили памятные подарки. Ярким исполнением патриотических песен поздравила ребят вокальная группа «Комплимент». Ёлкина погода ярко светится, снова ветераны на деле.